Знаменитые дети, которые не ладят между собой в жизни. Я не управляю каналом Nickelodeon. Я никак не могу повлиять на продолжение выхода шоу. Некоторые знаменитые дети совсем не ладят между собой. Некоторые детишки сделали карьеру на своем вздоре. И странно, что Милли Бобби Браун не ладит со своей командой. Bad Baby против Sky Jackson. Даниэла Бриголи, известная также как Bad Baby, славится своим плохим поведением. Собственно, так она и прославилась. Она не испытывает недостатка в скандалах, включая вражду со Sky Jackson. Ссора девушек началась в Инстаграме. Даниэла обвинила Sky в том, что она пытается встречаться с ее бывшими парнями. Даниэла слала Sky сообщения с угрозами. Все зашло настолько далеко, что даже мама Даниэлы, Барбара Бриголи, и мама Sky, Киа Коул, оказались вовлечены во вражду. В итоге Sky добилась судебного запрета для Даниэлы, так как ее сообщения угрожали безопасности Sky. Она также заблокировала ее в социальных сетях и попыталась переключиться на позитивный лад. Из-за Даниэлы Sky начала страдать от бессонницы и чувствовать страх выйти из дома. Кажется, Sky старается двигаться дальше. То же самое можно сказать и о Даниэле. Несмотря на блокировку, Даниэла опубликовала неприемлемый пост о ситуации. Она написала: «Получай свой судебный запрет, я же получу чеки». Ариана Гранде против Виктории Джастис. Ариана Гранде прославилась, будучи звездой Никелодеона. Однако в то же время она нажила себе много врагов. Одна из них – бывший член ее команды Виктория Джастис, которая, к удивлению, не появилась в клипе Арианы «Thank You, Next». Также Виктория не появилась на выступлении Арианы на Коачелле. Так что между ними явно что-то произошло. Между ними пробежала черная кошка. А масло в огонь подлила Элизабет Гиллис, похвалив пение Арианы в интервью. Виктория не была похожа на фанатку. Хоть она и назвала драму несущественной, Ариана же сказала, что сериал «Виктория победительница» закончился, потому что кто-то захотел выступать сольно. Виктория уехала на гастроли и позже рассказала, что подруга кинула ее на амбразуру, и отмена шоу была не ее виной. У Арианы остались веселые воспоминания о сериале, но она хотела одобрения конкретного партнера по съемкам и чувствовала давление, пытаясь ей понравиться. Все мы поняли, что речь о Виктории, но Ариана написала Виктории, что речь не о ней. Все подумали, что я поступила так подло, но это далеко от правды. Однако отсутствие Виктории в видеоклипе и на фестивале говорят сами за себя. Милли Бобби Браун против съемочной команды сериала «Очень странные дела». В сериале «Очень странные дела» персонажу 11 пришлось взаимодействовать с разными страшными монстрами и некоторыми людьми, которые оказались настолько же плохими. За кадром Милли Бобби Браун также приходилось иметь дело с большим количеством стрессовых ситуаций, в которые были вовлечены участники съемочной команды сериала. Всегда казалось, что эти детки хорошо ладят. Они даже называли друг друга братьями и сестрами. Однако, как и у всех братьев и сестер, у них бывают ссоры. Милли и ее партнер по съемкам Калеб Маклафин заметили, что сперва все прошли через медовый месяц, когда все вели себя идеально. Сейчас же для них считается нормальным пререкаться, и все усложняется, когда дело касается денег. Хоть «Очень странные дела» и стал хитом, карьера Милли тоже пошла в гору. Она считает, что ей полагается компенсация. Товарищам по съемкам выплатили большие суммы просто за то, что Милли ушла из команды. Большинство детишек принесли домой по 250 тысяч долларов за эпизод. Милли же заработала по 350 тысяч долларов за эпизод. Если учесть то, что в четвертом сезоне 8 эпизодов, это означает, что Милли досталось на 800 тысяч долларов больше, чем другим членам съемочной команды. Воа Вики против Bad Baby. Sky Jackson захотела отступиться из их вражды с Bad Baby, а Воа Вики наоборот не прочь окунуться туда. Вики арестовали за нападение на полицейского. До физического воздействия это был просто онлайн-спор. И Вики выложила трек об этом, который Бэйби назвала отвратительным. Вики не понравилась ее реакция, а также то, что фанаты попытались сравнивать двух звезд. Даниэла утверждает, что Вики использовала плохое слово по отношению к ее подруге на Коачелле. Из-за этого между ними завязался спор. В конце концов, селебрити встретились лично, и дело дошло до драки. Даниэла сказала, что Вики не удалось выдернуть ни одной ее реснички. Она побила группу мужчин, которые удерживали ее от ответного удара. В то же время Вики говорит, что она больше не хочет сражаться с Даниэлой. По крайней мере, в интернете. Рейвен против Чита Гёрлс. Было время, когда люди фанатели от Чита Гёрлс. Но это было задолго до того, как из группы ушла Рейвен Симон. Группа состояла из Эдриан Бейлон, Келли Уильямс, Сабрины Брайан и, конечно же, Рейвен Симон. На камеру девушки вели себя как лучшие подруги. Однако за кадром все было совсем иначе. Рейвен говорит, что было много драматических сцен, и она даже ввязывалась в драки с коллегами по съемкам. Она единственная не появилась в фильме «Чита Гёрлс в Индии», так как начала идти в гору ее сольная карьера. И Рейвен быстро приняла решение уйти из группы. И это вызвало негодование. Однако все это произошло очень давно, и кажется, что коллеги по съемкам на сегодняшний день стали сплоченными,
Рэйвен и Эдриан воссоединились на марше женщин в Лос-Анджелесе, и множество фанатов надеются, что группа воссоединится. Джо-Джо Сива против Бэд Бэйби. Остался ли хоть кто-то, с кем Бэд Бэйби не закатила вражду? Она даже умудрилась вступить в конфликт с Джо-Джо Сивой, известной своим позитивным настроем. «Они и правда меня ненавидят». Все началось с поста фаната, который сравнивал Джо-Джо с Даниэлой, которую назвали правонарушительницей. Даниэла настолько расстроилась, что мы даже не можем показать вам, что она твитнула в ответ. Вместо того, чтобы расстроиться, Джо-Джо ответила, что пост Даниэлы подтвердил ее догадки. В отличие от других ссор Бэд Бэйби, это хотя бы ограничилось социальными сетями, по крайней мере пока. Дженнет Маккарди против Арианы Гранде. Во время съемок сериала «Виктория победительница» разыгралась драма, но во время съемок сериала «Сэм и Кэт» было немногим лучше. Фанаты заметили вражду, когда Дженнет Маккарди опубликовала сообщение о ненастоящих друзьях. Хоть она и не называла имен, было понятно, что речь идет об Ариане Гранде. В письме было упомянуто, что они наслаждались походами в парке развлечений, совместными ночевками и просмотрами фильмов. Именно эти виды деятельности однажды описывала Дженнет, говоря, что они любят делать вместе с Арианой. Она писала этого человека как того, кто постоянно лезет в драмы и сплетни. Она сказала, что их дружба была губительна. Дженнет завидовала награде Арианы на Kids Choice Awards. Конечно же, настоящими жертвами в этой схватке стали фанаты Сэм и Кэт, которые столкнулись с приостановкой шоу. Сейчас между девушками отношения наладились, так как им не приходится работать вместе. Когда Ариана была помолвлена с Питом Дэвидсоном, Дженнет сказала, что она гордится и рада за свою бывшую коллегу. Конечно же, это великое событие в жизни. Кто же за них не рад? Джейк Ти Остин против Селены Гомес. Они играли брата и сестру в сериале «Волшебники из Вейверли Плейс». Однако, как мы знаем, братья и сестры любят вступать в перепалки. Джейк Ти Остин и Селена Гомес казались лучшими друзьями, но однажды между ними промелькнула неприязнь. Когда сериал закончился, Джейк был расстроен. Ситуация усугубилась тем, что Селена ввязалась в новый проект. И он был не для детских глаз. Она согласилась на съемки в «Отвязных каникулах». Джейк написал пост. Когда артист определяет фразу «расти вместе с фанатами», снимаясь в контенте, который они даже не могут посмотреть. Хоть он и не назвал имен, было понятно, о ком идет речь. Селена не адресовала сообщение кому-то конкретному, но написала, что она чувствует себя уверенной, снимаясь в новой роли. Для нее это был своего рода челлендж. Прошло несколько лет, и вражда поутихла. Джейк даже выложил в Инстаграме пост-поддержку в адрес Селены, когда ей пересаживали почку. Мэдди Зиглер против Хлои Лукейсиак. Мир реалити-шоу «Мамы в танце» полон музыки, блеска и, конечно же, драмы. Было время, когда Мэдди Зиглер и Хлоя Лукейсиак были лучшими подругами. Или, по крайней мере, так казалось зрителям. Хлоя ушла из шоу, но она продолжила работать. Она поехала в Irreplaceable Tour, что означает «незаменимый тур», и подписала контракт с United Talent Agency. Ее карьера быстро пошла в гору, поэтому у нее не осталось времени на старую подругу Мэдди. Хлоя сказала, что она просто потеряла связь с Мэдди из-за загруженного расписания. Мэдди сказала, что их отношения изменились, когда Хлоя ушла с шоу, и она очень по ней скучает. Blue Ivy против Northwest. Невозможно говорить о селебрити, забыв упомянуть Blue Ivy и Northwest. Они одни из самых известных модниц Голливуда. Что же они не поделили? Эти дети слишком маленькие для вражды в соцсетях, так что вся драма разворачивается у их родителей. Было время, когда Канье Уэст и Джей Зи были хорошими друзьями. Канье даже был продюсером The Blueprint. Они скооперировались и поехали на гастроли по миру вместе с их уважаемыми супругами. Однако всех обеспокоило то, что Джей Зи и Бейонсе не появились на свадьбе Ким и Канье. Канье обвинил пару в отсутствии поддержки после того, как Ким обворовали в Париже. Канье сказал, что их дети никогда не смогут играть вместе. Кажется, сейчас напряжение спало, и Ким сказала, что надеется на дружбу маленьких девочек. Она ждет, пока Бейонсе сделает первый шаг. А что вы думаете об этих 40 знаменитостей? Нужно ли этим селебрити помириться, или они слишком разные друг для друга? Расскажите о своих мыслях в комментариях. Спасибо за просмотр и до новых встреч!